сорт томата «Бой с тенью». Этот сорт относится к серии «Гномы». Гномы отличаются своим невысоким ростом куста и мощностью. Листва темно-зеленая, крепкий-крепкий куст. И вот такая вот интересная сливка, вот с таким острым носиком, такой интересной расцветки, красные полосы, темно-коричневые, почти черные. Высоту куст достигает приблизительно до метра. Требует подвязки. Можно формировать в несколько стеблей, можно в два, но это уже по вашему усмотрению. Плоды этого сорта бывают массой до 100 грамм, бывают и меньше. Сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Плоды подходят для цельноплодного консервирования, а также для приготовления соков и различных соусов. Плоды в разрезе. Ярко-вишневая мякоть, очень мясистый, очень сочный. Сладкий по вкусу, но все же есть небольшая кислинка, но это не портит вкус. Вообще отличный по вкусу томат. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.